Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная распаковка посылки из Китая. Я напоминаю, что мой канал не является специализированным каналом по распаковкам и обзорам. Своими распаковками я пропагандирую... Что пропагандирую? Пропагандирую способ зарабатывания на YouTube, потому что все, что я получаю из Китая, все это приобретается на доходы от канала Альбатрос. Как получать доход, как монетизировать, как оптимизировать ваши видео, которые вы снимаете. Я об этом рассказывал в отдельных видео, ссылку вы видите здесь. Вот, а сегодня мы посмотрим, что там мне пришло, и это тоже должно помочь мне в съемках моих очередных видео, а также в общении с вами. Давайте же посмотрим, что в этом желтом пакете. Так, тут у нас коробочка. И, во-первых, просьба оценить эту посылку, эту вещь, которая здесь пришла. Небольшой сувенирчик от китайцев. Ну, здесь мы видим брелочек. Ну, тоже пригодится. Мелочь, как говорится, а приятно. Китайцы практикуют подарки. Так. Ну и, собственно, сама посылка. И это у нас фирма Xiaomi. Немножечко, конечно, там сбилась сама гарнитура. Это гарнитура для телефона, друзья мои. Так, тут нам положили кабель для подзарядки гарнитуры. Парочка вкладышей для ушей. Ну, у кого какое ухо, кому как удобней. Что еще? Так. Руководство по эксплуатации на китайском языке. Фирменный знак. И, собственно, сама гарнитурка. Это вот сюда кабель подключается для подзарядки. Ну и, собственно, все. Видимо, она сейчас еще не заряжена. Ну, с помощью нее я буду вести разговоры. Нет, вот смотрите, мигает чего-то тут. Замигало. Попробуем ее подключить. Так, и вот мой телефон в чехле, который я недавно получил. Ну, включим его с помощью отпечатка нашего пальца. Так, теперь надо включить Bluetooth. Так, Bluetooth у нас включен.
Так. Ага. Вот эта вот надпись появилась, видите? Это и есть наша гарнитура. Сопряжение. Написано подключено. Все. Обращаю внимание, что здесь имеются еще... Гарнитуру я снял. Так она выглядит без вот этой вот вкладыша. Так. Тут есть вот две кнопочки. Одна и вторая. И третья кнопочка здесь. Сверху. Да, и тут вот еще микрофон. Тоже. Вот так эта гарнитура смотрится в ухе. Ну вот, друзья, я уже подключил гарнитуру. Сейчас я смотрю на смартфоне свое видео, которое я снимал вчера. Как видим, звука здесь нет, а звук, все, что говорится в этом видео, я слышу в моей гарнитуре. Слышимость хорошая, поэтому очень удобно где-то смотреть видео, я думаю, в поездке там или где очень шумно. Очень здорово. А сейчас, друзья, я попробую записать звук. Вот я специально настроил камеру. Вот я ее сейчас включу. И буду сейчас наговаривать. Раз, два, три. Проверка связи. Я недаром вздрогнул. Незагробный вздор. В порт горячий, как расплавленное лето, разворачивался и входил товарищ Теодор Нетте. Это он. Я узнаю его в блюдечках-очках спасательных кругов. Здравствуй, Нетте, как я рад, что ты живой, дымной жизнью труп канатов и крюков. Подойди сюда, тебе не мелко. До Батума, знать, котлами покипел. Помнишь, Нетте, в бытность человеком ты пивал чаи со мною в дип-купе. Ну, а теперь проверим, записался ли звук. Ну, я слышу. Тут не слышно. А тут слышно. Так, а теперь попробуем. Теперь попробуем отключить гарнитуру. Вернее, отключить Bluetooth. Так, так, так. Как Bluetooth отключается у нас? Так, вот Bluetooth я отключил. Так, снова включаем видео. Сейчас наговаривать. Раз, два, три. Проверка связи. Я недаром вздрогнул. Незагробный вздор. В порт горячий, как расплавленное лето, разворачивался и входил товарищ Теодор Нетте. Это он. Я узнаю его в блюдечках-очках спасательных кругов. Здравствуй, Нетте, как я рад, что ты живой, дымной жизнью труп канатов и крюков. Подойди сюда, тебе не мелко. До Батума, знать, котлами покипел. Помнишь, Нетте, в бытность человеком ты пивал чаи со мной в дип-купе. Ну, а Маяковский. Записался звук. Теперь, друзья, хотелось бы проверить, как будет запись стрима. И я вновь подключил гарнитуру. Теперь сейчас мы быстренько проведем тестовый стрим. Делается это так. Вызываем YouTube.
Так, нажимаем прямой эфир. Даем название Анапа. Тест гарнитуры. Нажимаем «Далее», улыбаемся. И запускаем прямой эфир. Ничего, видите, сложного нету. Вот пошла запуск трансляции. Здесь пикнуло и у меня пикнуло. Друзья, здравствуйте. Идет тестовая проверка гарнитуры. Я приобрел гарнитуру с целью такой, чтобы ходить по шумным улицам и слышать, и чтобы вы меня слышали лучше, чем и мне, чтобы не орать. Вот, ну вот, смысл такой. Раз, два, три, проверка связи. Ну все, никто не успел зайти на эту тестовую трансляцию, завершить. Окей. Готово. Ну, она теперь будет какое-то время обрабатываться. 37 секунд всего прошло. Но я слышу сейчас. Я слышу. Значит, все удалось. Все прекрасно работает. Друзья мои, кому понравилось это видео, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто зашел на него впервые. Вот нажав вот на этот вот кругляшок, на мой логотип. Вот. А также посмотрите мои другие видео. Это и это. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.